мама. О, мамочка. Следи глазами за лучом света. Хотите, чтобы я ослеп? Боже, мне хочется убить вас. Это превосходно. Превосходно? Нет, это отвратительно. Я вас по судам затаскаю. Затаскаю по судам. Дэрил, тебя мучит раздражение в заднем проходе. Но оно скоро пройдет. Боль исчезнет, как только адаптируются нервные окончания. Доктор, у вас крепкие ногти. Почешите мне вот здесь, пожалуйста. Чтобы контролировать чувства, нужно упражнять их. Твой мозг хочет приспособиться к обостренному восприятию. Ты должен помочь этому. Концентрируйся. Фокусируй внимание, и ты сможешь контролировать свои суперчувства. Боже, как чешется. Доктор, можно это взять? Спасибо. Как хорошо.